Здравствуйте, друзья! Во все времена Церковь Божья состояла из двух классов людей. Тех, которые верили Богу, и тех, которые приходили к Богу для того, чтобы от Него что-то получить. Как Бог в прошлом поступал с неверующими людьми в Своей Церкви, и как Он поступит с ними в наше время? Для того, чтобы посмотреть эту тему, перейдите по одной из ссылок, которые вы можете найти в описании к этому видео. Желаю вам благословений во время просмотра этого видео.